пришел к выводу, что нужно сделать ротацию перед Лигой Чемпионов. И в итоге это тоже сказалось, конечно, на результате итоговом. Куда важнее сыграть грамм. По количеству матчей в Еврокубках в составе Ортопаса занимает Сергей Малый. Сегодня для него 49-я игра. Ну и третий — Артем Беседин, который проводит 39-й матч в континентальных первенствах. Ну так, на первых минутах не сказать, что как-то тушуется. Футболисты Петрокуба действуют неплохо, действуют где-то и смело даже. Большими силами идут вперед с высокой линии обороны. Плетике оставляет мяч в центр. Здесь есть пространство, решает бить отсюда футболист Петрокуба. Но это легкая добыча для Сергея Игнатовича. Алспуршагарая сердечком жог. Исламхан жылдам шабулда бастайлар мағазыр. Ямбруиш налдап өт талға қарай. Пас Беседин тоқтатама боп тоқтатты Артем Беседин. Оңға қарай ойысты пас. Пас қайда Ғафуржан Сүйімбаев қазір. Ахруп байбалан салып. Не только на этот матч расчет был. Тимирлан Ерланов один из лидеров обороны Ордабасы. И в итоге сейчас на поле готовится выйти Сагадат Турсунбай. Но это может быть тоже хорошо для Сагадата, потому что в том плане, что игровая практика ему в любом случае нужна, тем более после того, как он в последней игре оформил дубль. И сейчас, в принципе, его появление на поле может Ордабаса не сделать слабее, как это как минимум. Вот попытка удара. И начало приносить свои плоды, потому что если начало сезона было несколько забуксованным таким, и потеря возможности выиграть суперкубок страны, затем потеря очков в чемпионате, то вот сейчас уже постепенно все наладилось. И на первое место команда вышла в чемпионате. Есть трехочковый отрыв от Ахтубе. Вот и к Еврокубкам подготовились. Игнатович перед собой отбивает и спокойно берет. Сюретчи алаңда қалаған жерінде жүреді. Доп қайда? Исламхан сонда бірде солға бірде оңға ойысып шабуыл ұйымдастыруға тырысып жүр. Бұл енді дұрыс қазір. Макаренко сәл артқа ойысып ойнауда. Асхат Тағыберген үлгереме қорғанысқа қайтып қазір. Сүйімбаев өте жылдам, бірақ та қарымта шабуыл қазір. Қауіпті, өте қауіпті шабуыл. Игнатович әзірге сенімді ойнап жатыр деп айта алмаймын. Ион Борш 66 номердегі ойыншы алға қарай асырды. И тағы да қауіпті ойнады қазір Петрокуб командасының шабуылшысы Пластун. Макаренко арқылы. Макаренко Исламхан арқылы. Исламхан Бесединға пас. Артем қайта Исламханға пас берді. Бауыржан Исламхан әуелете пас шығарды. Ешкім жоқ. Астанов! Сезон в Молдове играют по системе осень-весна, поэтому к этой встрече готовились только через товарищеские игры. Вот опасный момент, тащит Игнатович. Потащил, опасный удар был. Створ ворот, мяч летел. Атака продолжится. Тише. Есть забегание, смена позиции. Ион Борш. Передача назад. И продолжает мяч контролировать. Вот если не это неточная передача. Артем Беседин. Нужно было цепляться за мяч. В итоге помогает Астанов. Макаренко, Исламхан в центральном круге, Евгений Макаренко, заброс хороший, нужно здесь Яхшибоеву бежать, Жасур Яхшибоев, штрафные площадки, Яхшибоев на замахе убирает, Яхшибоев, вот и тащит голкипер сейчас, переводя мяч на угловой, Жасур Яхшибоев, отличный, сам же Яхшибоев идет исполнять этот стандарт, Ордабаса хватает мастеров, чужой штрафной, вот удар, еще один опасный момент, на этот раз пробивал Артем Беседин. Ерлан Ерланов-то алаңнан шығарып жіберді. Алаңнан кетуіне тікелей себепші болды. Сол кезде де ескертіп алмаған еді. Сұрбек Яхшыбаевтың алда жүре бергені дұрыс болып тұр. Әзірге алыстан соққы. Қайда? Қайда Ордабасы командасының қорғаушылар? Жартылай қорғанысты. Многие из вас согласны, что наиграл уже на предупреждение как минимум Амброс. Стандарт. Яхшибоев из глубины поля делает подачу. Очень опасно сейчас было. Вновь Артем Беседин. Уже второй раз при стандартах. Будет исполнять его. Беседин, Малый, Пластун. Сколько футболистов в центре внимания. Вот подача, удар. Игорь Пластун
Игорь Пластун. Екінші таймды мне төреш бастар, төреш ойыншыларды бір түген деп алғаннан кейін. Мен жоқ, бұл футболшының қазірен пасты беру кезінде соққын орындау кезінде техникалық қателік болды. Исламхан. Бауыржан, Сүйінбаев арқылы ойнауға болады. Жоқ. Исламхан өзі тепті. Қақпашы өз орында. Шымаленин. Жаста. Будет вбрасывать из аута. Украинский защитник. Забрасывает штрафную. Отбиваются игроки Петра Куба, но подбор за футболистами Ордабаса. Заброс на Сүйінбаева. Мяч перелетает через всех. Пластун направо. Султанбек Астанов. Дальше Исламхан оказался на правом фланге. Подача точная и... Жасур Якшыбаев. Снова момент с его участием. Сергей Малый. Ну, сейчас немного перестроилась игра Ордабаса после выхода на поле Неркебуланда Тонгужбаева. Все-таки игрок другого плана. Он, если сравнивать с Исхатом Тагыбергеном, и действовать в центре будет тоже по-другому. Астанов. Дембо Дарбо. На правом фланге нашел себе место. Дарбо. Сразу же бежит штрафную. Дембо. Дембо Дарбо. Можно бить. Астанов. Прострел. Удар. Еще будет шанс. Султанбека Астанова. И что здесь? Неужто положение вне игры было зафиксировано в конечном итоге? Сейчас Урбек. Якшыбаев. Якшыбаев. Тептал спортшыға қарай, кім бірінші үлгереді? Үлгеретін әрине Сергей Малый.